Здравствуйте, друзья, товарищи! А вы на канале Hedge Playground, меня зовут Иван. Сегодня продолжаем играть в замечательную игру Satisfactory, да, Update 6. И так как тут все обновилось, соответственно, много чего обновилось, не все, конечно же. Соответственно, нужно добыть сейчас серый. Я очень давно хотел добыть серый хоть как-то, и я ее нашел. А нашел я ее, знаешь, где? Нашел вот здесь вот, вот здесь моя база. А здесь где-то вот сера. А здесь, кстати, такая штука, которая требует черный порох. И, скорее всего, после того, как мы сейчас чуть-чуть побольше разблокируем, сделаем немножко пороха и пойдем там еще откроем, получим жесткий диск, и в ближайшем будущем мы исследуем еще один чертеж, который нам позволит, надеюсь, хоть что-то полезное получить. Потому что, кроме литых винтов, мы пока что сильно полезного ничего не получили. Так, это что за... агрессия? С какой стороны? Вроде нет никакой агрессии. Вот ты, пес. Я их очень много уже побил здесь. Аж, наверное, вот, видишь, у меня аж 22 штуки с собой. Ну, возможно, у меня было с собой штучки 3-4, но вот как бы до 22 штук у меня уже набралось. Так, все, здесь закончили. Сера. Изучаем черный порох. А потом нужно будет изучить вот это. А здесь что? Бездымный порох. Угу. До него еще, как до Китая. Здесь нужно дойти до нормальной энергетики, до производства топлива, до производства отходов, и только тогда будет доступен пластик. Соответственно, пока что все, что я здесь могу себе позволить, это, конечно, вот это. Я могу себе угольный брикет позволить, но... А, камон. Угольный брикет, он типа мощнее, чем... Ты че? Прикольно. Он мощнее, чем обычный уголь, скорее всего, и типа жарится дольше, но... Но, как бы, камон, куда я его использую? Так, а, кстати, я тут кое-что упустил. Угля-то у меня с собой немного. Что мне надо на верстаке? Да, на верстаке я смогу, наверное, произвести... Так, стоп, а где? А где? Погоди. Я же изучил, да? Да, я изучил. Черный порох. Черный порох, и, скорее всего, значит, он у меня в мастерской, типа, делается. Что? Вот, черный порох. А, одна сера и один уголь. А мне нужно сколько? Мне нужно 50. То есть 50 угля у меня есть? 50 угля. 50 угля. 50 угля у меня нет. А, досадно. Немножко досадно. Зато есть сера 50 штук. Ну, смотри, так как я знаю это место, примерно я знаю, где я нахожусь. Так, точно нет черного пороха? Серьезно? А как так нету? А если попробовать это поставить в мастерскую? Так, опа. В мастерской. А, вот и черный. А, вот так вот, да? Ну все, отлично, тогда мне сейчас хватит для того, чтобы изучить динамит. И мы сможем делать динамит. И как бы нужно будет отсюда каким-то образом привозить серу куда-то на базу, потому что сейчас здесь эта сера мне пригодится. Вот сейчас, по крайней мере, только для этого. Для того, чтобы открыть детонатор. Детонатор! Где детонатор? Так, набелиск. Набелиск — это два пороха и одна труба. Слушай, это неплохо. А детонатор? Детонатор. Ага, нужен один вот сканер объектов, а на сканер объектов мне не хватает винтов. Ну, сканер объектов — это ерунда. Поэтому, так, где черный порох? Давай наделаем себе немножко набелисков. Слушай, а это прикольно. Мы сейчас сможем разблокировать себе парочку дополнительных производств за счет этих набелисков. Например, производство стали. Да, производство стали, стальных вот этих трубок и прочей всякой чепухи. Так, набелиск. Хочется, конечно, попробовать набелиск. Так, подожди, надо посмотреть, что мне. Ага, у меня все для него есть. Так, стоп. А как это так было? Стой. Блин, а я же не держал, и оно производилось. Ну ладно. А, набелиски. Хорошо, с набелисками. Я думаю, мне на первое время 30 набелисков хватит. Потому что это крутая штука, скорее всего. Вот. Стоп, а куда? Стоп, а как мне его использовать? Так,
мне его использовать? Окей, ладно. Давай здесь поставим меточку сера. То, что здесь насерили. Так, па-па-па-па-па-пам. О, вот так вот. Выбрать изображение сера. И давай даже желтенький цвет поставим, потому что она желтенькая же, да? Выбираем цвет, применяем, все. И побежали домой. Хотя мне сера, подожди, мне сера зачем-то нужна? Я думаю, не особо сейчас она мне нужна. По крайней мере, запомним, что у нас здесь есть место, где у нас есть немножко серы. Ладно, поехали. Поехали. Побежали домой. Домой путь предстоит не близкий, не легкий, поэтому я, пожалуй, для вас это пропущу, а сам доберусь по-быстренькому до дома. Кстати, погоди, мне же нужно было немножко пороха. Это что? Это уголь. Все, пойдем еще немножечко пороха сделаем. И сколько пороха там нужно было, я забыл. Пойду сделаю. Итак, вот таким вот образом я вышел к месту, где у меня производятся роторы. Роторов производится вообще достаточно много, поэтому давай возьмем вот столько роторов. И эти роторы скинем, знаешь, куда? Скинем вот в эту штуку, чтобы они хотя бы... Ну, чтобы хотя бы от них была какая-то польза еще дополнительная. Дальше. Смотри, что я... Что я вообще делал? Погоди, я забыл, что я делал. Смотри. Серу я нашел. И так как я нашел серу, я еще нашел жесткий диск. Точно. Давай изучать данные жесткого диска. Дальше. У меня набелиск готов. Набелиск готов. А сам вот этот вот... Да, детонатора здесь нет. Точно. Я такой... Прям... Слышишь, да, вот это вот? Зачем? Зачем, Вань, ты вот это делаешь? Вообще непонятно. Вот эти... Фигню какую-то делаешь. Это же будет мешать потом смотреть. А, нужно сделать один сканер объектов. А для сканера объектов мне нужны винты. Винтов у меня тут завались. Да, винтов завались. Зачем я их складирую, я не знаю. Я не знаю, они мне не нужны для строительства. Они мне не нужны вообще ни для чего. Давай детонатор. Где детонатор? Сейчас попробуем взорвать ту жилу железную. Так, ты... Ты идешь в руку, да? О! R для перезарядки. Смотри, как это работает. Пойдем посмотрим. Кстати, здесь, наверное, да, хорошо купоны печатаются, да? Создаются, не печатаются. Если бы они печатались, было бы лучше. Смотри, здесь у меня точно есть вот эта вот штука. Ну-ка. Хоп! А как это сделать? Перезаряжаемся. А, вот так это работает. Смотри, и теперь у меня еще одна железная шахта богатая разблокирована. Хм, это хорошо. Это хорошо. Единственное, что я не помню, где еще какие-то штуки были полезные. Где же они были, где же они были? Ну ладно, я думаю, мы со временем это найдем. Но, по крайней мере, сейчас это я точно не найду. Здесь у меня что, производится все хорошо. Здесь у меня... Прикольно, крыша. Здесь у меня крыша. Это здорово. Так, а детонатор набелиска. Это, конечно, круто, классно и здорово, но я думал, что это будет поэффектнее. Но не так эффектно, как хотелось бы. Смотри, вот эти штуки мне тоже, в принципе, они не нужны. Мне сейчас нужно вот эти штуки. Вот эти штуки-дрюки. Вот эти вот, да? Каркасики. Вот эти, да? Угу. Каркас. Это каркас, да, модульные каркасы, они мне нужны для производства универсальных каркасов. И чтобы производить универсальные каркасы, мне нужно вот из этих вот штук вытаскивать их вот эти вот полезные ресурсы. И притаскивать в лифт. Смотри, как я предлагаю это делать. Как я предлагаю это делать, я пока не совсем уверен, что это хорошая идея. Так, давай-ка. Оп. Только давай какую-нибудь вот, например, вот такую штуку сделаем. Вот так. И здесь, например... да, давай вот так. Все, понял. Здесь только так можно сделать. И, например, вот как-то так. Вот, нет, не так, вот так. Вот так. Вот так. Дерьмово смотрится, ну ладно. Смотри, я предлагаю производить их прямо здесь.
И получается, что я хочу на самом деле производить две единицы таких. Ага, роторов нет. Итак, я принес себе чуть-чуть роторов. И я готов здесь поставить вот эти две штуки, которые должны мне производить универсальные каркасы. 10 штук в минуту. Но, смотри, здесь модульных каркасов нужно 2,5 штуки в минуту, то есть 5 в минуту. А здесь стальные балки, да, их 30 в минуту. И, соответственно, того производства, которое у меня есть, мне его нифига не хватит. Так, есть... Да, есть топливо, отлично. Угу. Мне его нифигашеньки не хватит. Так, как бы мне здесь сделать так, чтобы это было хотя бы более-менее... А, закончили железные пластины. Прикольно. Никогда такого не было. Все, взял железные пластины, и теперь мне нужно придумать, каким образом... Да, каким образом мне... Вообще здесь очень много вот этих модульных каркасов, которые мне в принципе, они мне нужны только для этого, сейчас, по крайней мере. И мы можем использовать эти, эти каркасы таким образом, что мы сейчас подтянем вот сюда на крышу. Да, подтягиваем на крышу. И здесь есть один бесхозный у меня выход. Так, я так не поднимусь, скорее всего. Поэтому нужно подняться здесь. Кстати, да, смотри, я нарастил немножко производство. Вот эту штуку я увеличил до 2 уровня. Здесь, как бы, естественно, бур нормально, нормально. Вот туда все поступает, но там сейчас все остановилось, потому что там не хватает. Хорошо, смотри, дальше, 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 дальше. Вот эти вот штуки, которые здесь производятся, вот эти, да, вот эти. Их нужно вытащить тоже куда-то туда подтащить. И я предлагаю это сделать, знаешь, каким образом? Мы же можем ставить на крышу, в принципе-то, без разницы, да? То есть то, что я сейчас здесь вот так вот вышел и... Ой, прикольно. И зашел на крышу, это же хрень, да, херня. Да, это херня, мы здесь, в принципе, да, мы здесь можем строить, вообще никакой проблемы в этом нет. Так, конвейерный, давай, соединитель. Давай вот так, чтобы мне просто хотя бы попасть в эту часть. Здесь, здесь можно поставить стойки вот такие. Так, стоп. Вот здесь раз, два. Так. И берем и здесь подключаем вот такую вот штуку. А дальше. Здесь наращиваем еще одну стойку. И здесь где-то посередине наращиваем еще одну стойку. Здесь подключаем сюда, подключаем наверх. Вот так. Не очень красиво, конечно, будет, к сожалению. Я хотел, чтобы все по красоте было, но... А, давно ли было по красоте-то у меня, а? Ну, вообще, да, давно. Можно было бы красиво сделать. Ну, ладно, смотри, все, вот эти штуки поехали, и их я использую сейчас только для того, чтобы сделать вот эти вот каркасы. Так, раз, два, два этажа, пожалуйста. Сюда, и вот ты, пожалуйста, сюда. Дальше, дальше, дальше. Мне нужно каким-то образом протянуть это туда. Смотри, что мы можем. Мы можем здесь поставить... Технически мы же можем здесь. Да, мы же можем. Мы же можем поставить здесь вот такую штуку. И как бы нам ничего не помешает ее протянуть вот так вот до конца. Вообще ничего не мешает. Правильно? Правильно, да? Ну, единственное, что здесь можно сделать, например... Вот таким вот 2 метра много. Угу. А 1 метр мало. Окей. Смотри, дальше. Дальше, а нахрена я сюда повел, если мне надо вот туда? Окей. Смотри, протягиваем сюда. Завод-то, смотри, как обрастает, да, всякими штуками полезными. Так, здесь получается вот такая вот штука, которая некрасивая. Херня получается на самом деле. Ладно. И здесь не получается так. Не получается красиво. Тут, в общем, завален какой-то горизонт где-то в каком-то месте. Тогда, в принципе, можно сделать вот так. Да, делаем таким образом. Все равно мы будем тащить это все через стойки. Поэтому... В принципе-то без разницы, берем, ставим, смотри, здесь не поставишь так стойку,
Значит, будет небольшое искривление. Ничего страшного. Ничего вообще страшного в этом нет. Поэтому раз-раз. И на матрас. Так, раз. Мя. А, ей не хватает длины, что ли? Серьезно? Ты шутишь? Как так? Ты шутишь? Да, ты шутишь. Да ты шутишь, погоди. То есть это можно было не скривлять, а можно было нормально поставить? Чё это я так тогда? Как-то я тогда неправильно подумал об этом. Окей, смотри. Тогда подключаем сюда. А, дальше. Подключаем. Скорее всего, здесь нормально будет? Да, здесь нормально. Подключается все. Здесь... Подключаем. О, ММА завершила исследование жесткого диска. Это ли не чудо? Нет. Блин. А куда я упал? О, слушай, я прям далеко отсюда упал. Надо что-то будет здесь поставить, чтобы удобно было залезать. Окей. С этим решим вопрос. Это не проблема. Не такая большая, по крайней мере, проблема, как кажется. Так, здесь надо где-то посередине еще поставить. Да, раз и два. И здесь можно поставить, например, так, раз, два, пам-пам, пам-пам. Дальше, берем, вот здесь ставим, раз и два. И дальше остается это все соединить. А тебя соединяем, угу, отлично, здесь соединилось. А здесь, оп, соединилось, да? Соединяется, все, отлично. А тут-то все просто, тут все намного проще получается. Здесь, намного проще, конечно. Я уже себе сделал сложности. Окей, ладно, я не боюсь сложностей. Мне нужен разветвитель, из которого, в который будет входить... Ну да, в принципе, нормально. Да, да, да. Разветвитель. Что-то я не так делаю. Вот сейчас прям. Вот прямо сейчас я что-то делаю неправильно. Так, ты будешь заходить сюда. Так, вот ты. Ты заходишь сюда. И... Ты вообще должна вот так вот подходить. Ну, в целом нормально на самом деле. Так, давай тогда вот эту штуку подключаем вот к этому кусочку коннектора. Так, это где? Ага. Оп, подключили. Вот эту подключаем тоже так же к дальнему. Нет, зря, стой. Стой. Нет. Погоди минутку, вот так, тебя можно убрать, дальше, это значит вот это нижний коннектор, а верхний коннектор, мы знаешь как сделаем, мы просто, да собственно так же и сделаем, не подключается, серьезно, и здесь не подключается, тогда, смотри, что мы делаем, мы берем, вот эту штуку подключаем сюда. И получается тогда у меня вот здесь соединяется и здесь, а здесь не соединяется. Стоп, погоди. Да, все правильно. Здесь устанавливаем эту штуку, тоже подключаем тогда вот в эту сторону и эту штуку вот в эту сторону. И дальше здесь выбрано. Соединитель. Так. Где? Не вижу, вижу. Соединяем. И соединяем, вот, соответственно, вот это сюда подключаем. И это подключаем сюда. На самом деле, я хотел сегодня сделать полезную штуку. Так, давай, троечка. Стоп, пожалуйста. О, все, отлично. Папам. Делаем вот сюда подключение и туда подключение. И делаем подключение вот на эту сторону. Погоди, давай сначала вот здесь подключим. Потом подключим вот сюда. Нет, хреновая идея. Подключим вот сюда.
Да, и тут и провода как бы видно не будет. И тут как бы вот. Все. Подключилось. Что-то не приехало. Ага, здесь все приехало. Здесь тоже все приезжает. А, дальше, смотри. Сейчас поедут вот эти вот каркасы делаться. В принципе, 5 в минуту это небольшая скорость. Это очень маленькая скорость, я бы сказал. Модульных каркасов у меня производится, по-моему, 4 штуки в минуту. А вот этих, конечно, не 30. Этих делается поменьше. Чисто технически мы, конечно же, можем добавить туда еще одну штуку такую полезную. Смотри, что у меня здесь произошло. У меня здесь произошел затык. Затык. Так, затык. Затык. Как мне решить этот затык? Смотри. Сейчас придумаю. Вот таким образом соединяем. И теперь у меня... Смотри, то, что здесь затык образовался, это плохо. И выбираем правый выход. Это переизбыток. То есть теперь у меня вот этот вот весь переизбыток, который у меня образовался сейчас здесь, да, он у меня будет выходить в уничтожитель. И, соответственно, у меня будут... У меня уже 6 купонов. Отлично. Это отлично. Соответственно, вот здесь, кстати, можно... А, это и так 3-го уровня. Хм. Возможно, стоит сделать что-то поинтереснее, помощнее. Окей. Смотри. Здесь тогда получается, что нам нужно бы нарастить производство вот на полностью на этой линии. Хм. Как мне это сделать? На самом деле я хотел заняться кое-чем другим, пока вот это происходит, пока это все производится. Я хотел себе сделать более стабильную энергию, стабильнее по качеству, чтобы она была получше. Смотри, тяжелый модульный каркас мы где-то уже... Где-то я уже видел тяжелый модульный каркас. Стоп, а у меня, подожди, у меня уже доступна... У меня еще недоступна такая штука. Погоди. Продвинутое производство стали, да, у меня еще недоступно, поэтому что это вы мне тут предлагаете, какую-то страшную штуку. Все, смотри, пойдем, у меня пока там эта штука производится, пока все загружается. Я бы, конечно, хотел подготовиться к второй фазе еще получше, но... Так, все, я никак не могу сделать то, что я хочу. Давай, верстак. Переделываем наших слизней. Где слизни? А где слизни? Погоди. Вот, энергомодуль. У меня есть 5 энергомодулей. И, соответственно, я могу усилить все производство. Усилить все производство. Но, смотри, здесь у меня делится 120 и 120. А я, в принципе, если мне до 30 нужно увеличить, то это мне нужно 2 слизня, да? Ведь 2 слизня это... Это как бы много. То есть, если я вот так увеличиваю, это 22,5, а здесь получается вот так вот, 30 в минуту. Хм, тогда мне не хватит стальных слитков. Тогда мне нужно увеличить производство стальных слитков. Причем, скорее всего, на обоих производствах, да? То есть, у меня так получается 67,5 в минуту. И здесь тоже 67,5 в минуту. Опять я всякой ерундой занимаюсь. Погоди, вот здесь, тут можно 270 сделать максимум. Вот так. Потому что больше вот эта конвейерная лента не вывезет. Если бы она могла вывести больше, можно было бы и больше. Но она не может вывести больше, поэтому больше мы не сделаем. Так, смотри, а здесь получается 67,5. Хм. 120, 120, а это сколько? Это второго уровня, 120... Смотри, здесь производится 270, то есть по 135 на каждую единицу. 135 делим на 2, это получается сколько? Давай, 135 делим на 2. Это 67,5. Прикинь? Прикинь, как четко, да, они все рассчитали. По 67,5. И, соответственно, у меня просто будет чуть больше производства, и сюда будет поступать... Больше бетона, да, больше вот этой вот штуки всякой. А вот это можно, в принципе, а мне вот эти вот балки ведь куда-то нужны были. Давай посмотрим.
Точно, они мне нужны были для статоров. И мне для них нужно 15 в минуту, а у меня статоры как производятся? Статоры, так, статоры. 5 в минуту, да, производится? Тоже маловато, конечно, маловато. Хотелось бы больше. Хотелось бы больше, но... Смотри, мы в принципе... Сколько мне их нужно? А, мне же нужны еще вот эти вот... Автопроводки. Давай посмотрим, как делается автопроводка из проводов и статоров. То есть 5 статоров в минуту я могу производить из одной вот такой вот штуки, да? В принципе, устраивает. Знаешь, давай сейчас здесь. Здесь. Нужно ли мне здесь это делать? Да, нужно. Да, нужно, чтобы далеко не уходить отсюда. Медь сюда нужно будет только подтянуть. Давай сейчас здесь сделаем вот такое производство. Ой, конечно бы хотелось переделать это медное производство, но увы и ах. Так, смотри, как бы мне это медное производство сильно не изуродовать, но вытащить... Вот, кстати, можно сюда вот вытащить и туда в обратную сторону провести. Да, а почему бы и нет? Смотри, только единственное, что мне нужно, это... сделать туда лестницу. Подъем. Так, вот такой вот мостик. Отлично. И, соответственно... Соответственно. Нет, смотри, мне нужно будет все равно медное производство переделывать, но это как бы не сейчас. Хм, смотри. А что я предлагаю? Я предлагаю построить вот такую вот штукенцию, которая будет, да, вот, например, вот здесь находиться. Или погоди, чтобы красиво было, надо вот так делать. Да, надо делать вот так, чтобы было красиво. Раз. Конечно, это получается из разряда конвейерного ада, но... Но, смотри, сейчас-то что? Как это повлияет сейчас? Сейчас это хреново, конечно, повлияет. Это вообще повлияет? О, смотри, что придумал. Смотри, сейчас я просто вот сюда поставлю вот такую вот хреновину. Вот эту стену, вот такую стену поставлю вот сюда рядышком. И да, и все норм должно получиться. Хм. А вот здесь можно, конечно... Смотри, здесь можно поставить вот такую стену, типа, ну, вот так закрыть. А здесь, например, поставить вот это. О, смотри, а здесь почти ровно. Почти ровно получилось. И смотри, что можно сделать. Что я сейчас сделаю? Я сделаю вот такую вот грязюку. Просто грязюка вот такая. Смотри, видишь, у меня получается, что я сюда вот залезаю. Течет? Течет. Да, потихонечку течет. Конечно, не самый лучший... понятно. Не самый лучший менеджмент по вот этим вот всяким... как они называются? Забыл, как они называются. По всяким конвейерам. Конвейер-менеджмент, да? Не лучший конвейер-менеджмент, я бы сказал. Но... Зато он хоть какой-то есть. Дальше. Сюда нужно подключение. Давай, пожалуйста, проводочек. Проводочек. Проводочек, проводочек. Слушай, мне нужно, чтобы ты подсоединился каким-то образом вот сюда, но через двойную розетку. Давай, двойная розетка. Подключаем тебя и... Пу-пу-пу-пум. С той стороны двойную розетку... Чтобы до нее добраться, мне нужно попрыгать. Подожди, а это не двойная розетка разве была? Это была не двойная розетка? Серьезно? А, можно было и сразу подключить через двойную. Так, и куда же мы тебя сможем подключить сейчас? Где у меня есть свободное место? Кажется... Кажется, что я тебя не могу подключить нигде здесь поблизости. Окей, тогда давай тебя чуть-чуть подтянем. Подтянем вот куда-нибудь. Например. Например. Слушай, а почему я не могу? Я ведь могу. Я же могу, какая разница? Смотри, все, дальше. Дальше давай посмотрим, сколько эта штука... потребляет 40 проволоки, то есть 60 в минуту конвейера достаточно будет за глаза. Единственное, что он сейчас достаточно долго будет доходить. Статоры.
Теперь у меня есть статоры, и из этих статоров, эти статоры нам нужно протянуть, кстати, туда же и поставить там еще два производства. Хотя я могу производство этих статоров спокойно поставить вот здесь вот впереди. Давай так и сделаем, почему нет? Просто будем наращивать наш завод, наши заводские мощности. Окей, закончились. Нет, подожди, мне надо будет сюда тогда тянуть проводку. Поэтому лучше протащить туда. Да, определенно туда протащим. Так, таким образом я подтянул статоры. Угу. Статоры я сюда подтянул. Соответственно, вот они у меня сейчас сюда придут. И мне нужно сделать небольшое дополнительное производство еще вот этих вот штуковин. Угу. И я предлагаю себе просто вот здесь увеличить вот эту вот штуку. Потом мы здесь все, если что, уберем. Нам же ничего не мешает здесь все это потом убрать. Поэтому давай ставим еще два производства таких. Только теперь, да, отлично, вот так. Вот таким вот образом его подтягиваем сюда. Добавляем просто вот сюда еще одну вот такую вот штуку. На стоечку, вот эту вот конвейерную. Как же мне по-умному это сделать? Ладно, будем делать как попало. Хотелось по-умному, а получилось как всегда. Так, смотри, мне нужно просто спустить ее отсюда сверху вниз. Собственно. Так, что мне здесь еще нужно? Сюда мне нужно сразу выбрать автопроводку и подключить еще кабель. Так, автопроводка. 50 кабелей в минуту, кстати. Мне кажется, я столько не произвожу сейчас. А как, где я тебя могу спустить? А вот здесь. Так себе, конечно, получается. Смотри, здесь вход. Здесь вход. Ха, нет, не могу. Таким образом не могу. Тогда давай как-то решать. Давай что-то думать. Да, что тут думать? Берешь вот так и подключаешь просто. Раз, два. И вот здесь вот сюда подключаешь. И потом просто спускаем вот этой штукой вниз. И все. Все очень просто оказалось. Так, делаем разветвитель. Да? А вот сюда. И соответственно... разветвитель, да? А, так, стоп, прости, пожалуйста, но ты встал неправильно. Давай как-нибудь правильно встанешь. Так, вот здесь. Хотя, погоди, я же могу сделать вот так. Вот так, да, и просто себе не парить голову о том, что у меня там что-то фигня какая-то. Нормально, раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Все, это все работать должно сейчас. Ну, как бы должно, но не будет пока что работать, потому что это все еще не подключено. Так, ты сюда. А как тебя подключить? Давай искать возможность подключения с минимальным количеством проводов. А такого не будет, потому что нужно сюда протянуть вот эту штуку. А эту штуку протягиваем вот сюда и вот эту штуку подключаем. Все, смотри, отлично. Отлично, там начнется загрузка, потому что это включено, да. 6 статоров уже приехало, пока здесь статоры делаются. Со статорами не будет проблем, поэтому статоры это фигня. А теперь мне нужно сюда подтащить... А слушай, давай так же и сделаем. Так, выход только нужно поставить, да, вот сюда. Ага. Да, все, отлично. Просто вот сделаем вот такую штуку. Вот такую штуку. Можно, пожалуйста, подключиться? Видимо, нет. Давай посмотрим, во-первых, сколько мы производим, потому что 30 кабелей в минуту это очень мало. Ты сколько берешь? 15 и 30, а ты производишь 30. То есть, соответственно, здесь можно поставить еще одну такую штуку. Давай, пока что не будем сильно извращаться с этим. Здесь мне нужен просто делитель.
Да, не получится. И так не получится, как я хотел. Так, хорошо, переделываем. Это, конечно же, уродство у меня получилось. Так, что у тебя получается? 120 единиц в минуту ты у меня производишь, да? Хм, можно его улучшить. Можно улучшить, но нужно ли? Нужно ли? Вот вопрос. Так, а вот эту еще штуку надо подключить. Погоди, совсем забыл. Совсем забыл тебя подключить. Куда тебя можно присобачить? Ты был подключен куда вообще? Погоди, вот, наверное, на эту линию, да. Все, здесь дальше выбираем медные слитки. Получается, здесь приходит 30. Он будет 30 делить на 2, 15 и 15. И, соответственно, здесь... Кстати, катериная проволока. А давай посмотрим, подожди, катериная проволока, 15 минут... Ёперный театр. Катерий, конечно, был бы неплох. Неплох в этой ситуации, но рядом катерия у меня нету. И ты не подключен, что ли? А как это так? Погоди. А, ну да, я же его убрал и перестроил. Отлично. Найти бы теперь подключение. Во... Я понял. Я понял. Я все понял. Вот сюда можно подключить таким образом. И тебя... Тебя. Ты у меня производишь что? Ты у меня производишь проволоку. А ты у меня производишь что? Подожди, ты у меня производишь... Да, точно. Я и забыл, что цель-то была не проволока. Цель была совершенно не проволока, а вот это вот все. Раз, подключили тебя. Подключаем. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кабель. Ты кабель. Смотри, здесь просто берем, соединяем это все, да, вот так вот. Вот так вот. А вот это можно убрать. Подключить, главное не забыть вот эту вот штукенцию вот сюда, на эту линию хотя бы. Я потом это все перестрою когда-нибудь, когда там будет, да, время, возможность, желание, но вот не сейчас. Сейчас пока что это все так, понятно. Понял тебя. Пу-пу-пум. А вот это неприятно. Вот это неприятность. Мы не сможем это сделать. Да, я не смогу это сделать так, как нужно. Окей. 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 Смотри, если мы ставим вот так и ставим вот так. Это проканает? Костыль? Нет, костыль такой не сработал. Стой, не надо пока. Не надо пока. Как бы это сделать теперь? Как бы теперь это сделать, я даже не знаю. 4800 проволоки просто. Это очень много. Я сейчас это не смогу переместить все. Давай, начнем хотя бы вот так. Вот с этого, да? На самом деле, мне нужно просто как-то это вывести. Вот так. А, возможно, и вот как-то вот так. Да, и вот так. И я понимаю, что это, конечно, огромный, преогромный костыль. Здесь сколько производится, погоди. Здесь 30 и 30, всего 60. Всего 60, поэтому норм. Все, поехали дальше. Так, вот таким образом подключаем это вот сюда. Дальше, 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 дальше. Что нужно сделать дальше? Дальше нужно это все как-то сюда подвести. А подводить, я думаю, стоит вот такими вот штуками. Вот такими. И вот эту вот штуку. Вот эту штуку. Здесь нужен разделитель. Да, где-то вот напротив этой штуки, да. А, разделитель. Надеюсь, ты сейчас встаешь там, где нужно. Так, это вот так. И вот так. Да, берем, соответственно, этот разделитель, подключаем сюда, это подключаем сюда, и вот это вот спускаем вот сюда. И теперь у нас сейчас должна пойти первая автопроводка, да? Ну, не прямо сейчас, конечно, но... Смотри, мы, в принципе, без разницы же здесь, в какой слот забивать, поэтому мы можем сделать вообще вот так вот, чтобы не плодить здесь кучу всяких разных штук. Так, ты объединитель? Нет, мне нужен объединитель. Вот так. Вот.
Так, да. Вот именно так мне нужно это соединить. А дальше, смотри, берем вот эту штуку. А, подключаем здесь и подключаем вот здесь. И, соответственно, соединяем. Так, не фундаментом, вот этим. Все. Смотри, сейчас у меня здесь начнут производиться вот эти вот штуки полезные, штуки-дрюки. Так, здесь получается 60 делится на 30 и на 30. Да, все, в минуту 30 и 30. А здесь 50 в минуту. Соответственно, мне надо ускорять. Ускорять до хотя бы второго уровня вот эту вот конвейерную ленту. Но производства-то у меня все равно не хватает. Производство нужно будет как-то нарастить. Каким-то образом, каким, пока не знаю. Скорее всего, нужно будет просто поменять там. Опа, привет, а ты что тут делаешь? Беги от меня. Беги от меня, пес. Ой, не то, не то улучшил. А, все, здесь получается. Так, здесь второй уровень, все, отлично. Сейчас должны поехать уже первые автопроводки в ближайшее время. А, в целом я хотел на самом деле заняться не этим. О, вот, смотри, автопроводка поехала. Все, дальше. Хотел я, конечно, заняться не этим, совсем не этим. Но раз так получилось, что я занимаюсь этим, поэтому... Значит, серия будет называться «Готовимся к первой фазе». Просто вот так вот, просто раз и выкрутился, да? Бывает такое, что приходится выкручиваться. Все, здесь все готово, здесь все готово, здесь работает, работает, работает. Все вроде работает хорошо, уголечек не стоит. Уголечек используется. В принципе, уголечек можно бы еще, конечно, привести, но... Но нет, пока что нет. В смысле? Да как так? Да не может быть. Кошмар какой. Ну что ж, ребятки, на этом я предлагаю эпизод закончить, потому что я уже не знаю, сколько он будет длиться по итогу, но явно он будет длинный. Поэтому всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, комментировать и оставлять ваши лайки. Всем спасибо и всем пока-пока.